Губернатор Приморского края Олег Жемяка проинспектировал строительство крытого ледового катка и поликлиники в рамках плана социально-экономического развития Находки во время рабочей поездки в муниципалитет. Одним из важных объектов, который строится в рамках плана социально-экономического развития Находки, является здание крытого тренировочного катка в центре города. В данный момент на площадке есть весь необходимый строительный материал. Работает более 40 человек. Объект готов на 45%. Олег Жемяка также побывал и на строительной площадке будущей поликлиники, которая возводится на федеральные и краевые средства. Мы видим, что приступили к выполнению нулевого цикла, и работы планируются по контуру непосредственно завершить в этом году, с тем, чтобы в 2024 году объект был сдан. Рядом там есть площадка для расположения непосредственно стационара, и сейчас наше Министерство экономического развития вместе с Министерством здравоохранения будет прорабатывать вопрос конституционного соглашения под строительство именно стационара, который позволит все службы уже перевести в одно место. И поликлиническое звено, и стационарное. И это необходимо сделать так, чтобы та техника, которая сегодня работает на нулевом цикле при строительстве поликлиники, перешла плавно на строительство стационара, что позволит своевременно его запустить в срок. Конечно, есть еще ряд тех социальных важных объектов, как школы, детские сады, которые мы тоже посетили, на них выделялись необходимые денежные средства и на фасад, и на обустройство территории. В четвертой школе мы видим, что прекрасно сделан фасад. В этом году мы рассмотрим новые задачи, которые сейчас уже решаются здесь и по благоустройству городов, и по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов.